Всем привет, уважаемые зрители. Давно просили седьмой этап, вот кусочек я вам приготовил. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто материально поддерживает канал. Потому как вся эта деятельность, она требует расходов различных. И на оборудование, и на транспорт, на топливо и прочее. И своими донатами вы можете повлиять на качество и периодичность выхода материала. Поэтому всем еще раз спасибо и погнали смотреть. Сегодня посмотрим самый труднодоступный участок седьмого этапа, который идет через лес. Начинается он примерно здесь и долетим мы до вот этого места. Также в описании и сейчас в подсказках размещу видео, которое начинается вот от этого места и до моста через Бельбек. Недавно стало известно, что готовность трассы Таврида составляет уже 85%. Строительно-монтажные работы ведутся на всех 7 этапах трассы от Керчи до Севастополя. Первые 4 этапа активно строились в рамках первой очереди, поэтому сейчас основные работы происходят на 5-м и 6-м этапах. 5-й этап – это обход Симферополя, 6-й – это трасса, участок трассы по Бахчисарайскому району. Сегодня нас больше интересует 7-й этап. Вот на 7-м этапе идет устройство бортового камня, водоотводов, строительство лестничных сходов на искусственных сооружениях и ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия. Напомню такую новость, что весь 7-й этап сейчас соединен асфальтом, уже не осталось участков, не покрытых асфальтобетоном, ну, наверное, за исключением моста через Бельбек, но это тоже дело времени. Так вот мы сейчас видим вот эта выемка, та, которую разрабатывал комбайн горный. Вот у меня было видео, можно посмотреть будет. Сейчас в правом углу появится. На некоторых откосах уже выполнен гидропосев и уже даже проросла некая растительность. Как мы ранее заметили, здесь происходят такие же второстепенные работы. Насыпи и выемки основного хода уже давно выполнены, уложены первые слои асфальтобетона. А сейчас впереди, это, наверное, последняя подпорная стена, которая еще достраивается, завершаются работы по ней. Так уже везде вся инженерная защита практически готова. И тут мы тоже видим, гидропосев уже пророс. Смотрим на эту выемку с другой стороны. Вот это вот то место, которое идет по лесу, этот участок. И сюда не так-то просто попасть. Но у нас это получилось. Сейчас мы летим, у нас впереди Севастополь, получается, мы летим спиной к Верхнесадовому. Вот там вдали Севастополь. И сейчас мы полетим дальше в сторону реки Бельбек. Интересно, что в зависимости от типа грунта не везде применяются подпорные стены. Вот тут справа, например, мы видим, их нет. Вот там дальше впереди есть.
Всего тут было создано огромное количество подпорных стен с применением буронабивных свай, наших любимых. Тут имеется переход ЛЭП через седьмой этап. Это ЛЭП, она идет от подстанции Западно-Крымская до, по-моему, Севастопольской ТЭС. Ну или до подстанции Севастополь-1. Новая ЛЭПка, ее строили там, когда строили ТЭС в то же время. Вот тут внизу экскаватор доделывает откосы. И будут монтировать водоотводы. И вот здесь такая же история. Водоотводы уже готовы. Экскаватор выполняет планировку откосов, уже видно, засыпает геотекстиль. Вот надо было залезать на эту гору, наверное, на самую высокую точку, насколько я понял. Там впереди виден склон, укрепляемый плитно-анкерной защитой. Такая система закрепления грунта. Тоже о ней было видео у нас. Я вот тоже ссылку прикреплю в правом верхнем углу. И сейчас бетонируют эти плиты. Оставшаяся там часть уже забетонирована, продолжают бетонировать плиты, которыми с помощью анкерных свай будет удерживаться грунт. И также мы вдали видим мост через реку Бельбек. И трасса уходит дальше туда, в сторону шестого этапа. Там же туман какой-то, дымка. Так что вот получился такой обзор. Всем спасибо за внимание. Вот седьмой этап, получается, подходит к своему завершению постепенно. Мы все ждем начала восьмого этапа. Так что, когда начнется восьмой этап, будет еще интереснее. В общем, всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. И всем пока.